Ну, очень сложный вопрос. Ну, мое мнение, да, я очень переживаю, что там происходит. Это на самом деле в Москве очень много моих друзей, которые москвичи из Украины, ну, они там родились, но они тоже очень переживают. Вот когда была война с Грузией, они, вот я же 30 лет уже в Москве, мне, я не знал, как мне быть против вот родина. У меня две родины, знаете, где я родился и где я жил чуть-чуть. Но я в Москве больше живу, в России, понимаете? Поэтому, и когда вот это происходит, вы даже не представляете, как это тяжело на душе, понимаете? Я сразу, знаете, что сделал, я коротко? Я поехал в Саров, знаете, святой Серафим Саровский. Вот, я начал, попросил, чтобы он обратился к Богу и помолился за мир, за мир. И я когда вернулся обратно, представьте себе, за 5 дней... уже войны не было. Ну, это чудо, наверное. Я так думаю. Я не знаю, кто-то поверит, кто-то нет. Но мне кажется, что я как приехал, неважно, кто выиграл, кто проиграл. Главное, что страдают люди, когда, знаете, люди умирают, гибнут. Понимаете, вот. Насталкивают православных стран. Поэтому все-таки Украина и Россия – это же православие. Понимаете? Вот. Поэтому вот я за этот, вот, за православие хотел бы. Мне кажется, что время лечит, все будет хорошо между нашими братьями.